Успел. Всем салам алейкум, господа. Я долго этого ждал. Вы меня все спрашивали, когда будет конкурс, когда, сука, будут четкие призы. Пацаны, вы дождались. Предлагаю вашему вниманию 3 призовых места, за которые точно стоит побороться. Ведь призы совсем не дешевые. Дорогие друзья, мы начинаем. К вашему вниманию хочу начать с 3-го места, и это Камри 3.5. В золотой пленочке с номерами, с фулл обвесами попадет прямиком счастливчику. А мы переходим ко 2-му месту. Уютное, доступном месте квартира в городе Южном. С этой квартиркой вы можете спокойно забыть о своей личной машине, ведь все находится в пару шагах от вашей будущей квартирки. Ну и самый сладкий и крутой приз за 1-е место. Вы готовы? Тот счастливчик зажжет на ней по полной. И это Панамера в золоте. Встречаем ее. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Сука хочет денег, сука хочет на Мадейру. Она продаст душу за ключи от Панамера. Просто так за Панамеру. Машина настолько безбашенная, что самый идеальный вариант устраивать на ней покатушки вместе с друзьями. У ней есть 3 плюса. Первое – это скорость. Второе – это ее управляемость. И третье – ее изысканная красота, что другие машины могут позавидовать. Друг, и это все может стать одним из 3 призов именно твоим. Что для этого нужно? Все легко и просто. Первое – это быть подписанным на мой YouTube-канал Чиканде. И обязательно прожать под этим видосиком свой лайкосик. Второе, сделать репост записи в группе ВКонтакте Чиканде. И естественно, быть подписанным на мою группу ВКонтакте. Третье, ну и самое последнее, оставить свой царский комментарий под этим роликом. Например, я обязательно урву эту тачку. Берегись, Армен. И свой ID ВКонтакте. После этих 3 обязательных выполненных пунктов вы становитесь участником этой суеты. Итоги конкурса будут, когда на канале стукнет 5000 подписчиков и под этим видосиком наберется 700 лайкосиков. Друзья, желаю каждому из вас удачи, пусть победит сильнейший. До скорых встреч!